Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил несколько спортивных объектов. Первым стал дворец спорта Пушкина. Ежемесячно здесь занимается более 2000 человек. Комиссия посмотрела входную группу, бассейн. Отдельное внимание было уделено крыше. Во время грозы сорвало кровлю. Теперь необходим ремонт. Мы сюда пришли. Сделали эту половину. Сделали всю проблематику, которая касаема там отливов, примыканий, водоотводов. Вместе со своим заместителем глава округа Максим Красноцветов осмотрел повреждения. Теперь специалисты дадут свою оценку, и тогда будет принято решение, как менять кровельное покрытие, на какой материал и как грамотно это сделать, чтобы в будущем не было проблем. Еще один вопрос – это спуск в воде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обсудили варианты, посмотрели, где лучше это сделать, а главное, как устроить все так, чтобы это было безопасно. Нам нужно нормальное проектное решение, чтобы оно было выполнено проектировщиком, потому что это риск для жизни, и это должен сделать квалифицированный человек, у нас должен быть проект. Следующим объектом стала водно-спортивная база «Серебрянка». Она построена в 1976 году, воспитала сотни спортсменов. Отсюда вышли олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. С директором спортивной школы глава округа оценил, в каких условиях занимаются дети. Прошлись по территории, посетили тренажерный зал, посмотрели, где хранятся байдарки. Наверное, нужно действительно больше уделять внимание тем условиям, в которых занимаются наши спортсмены, потому что у нас есть неплохие результаты, у нас есть и олимпийские призеры. Надо более внимательно, наверное, смотреть, как, в каких условиях занимаются наши дети. Теперь будут искать решение, как облагородить территорию и здание, чтобы детям было комфортнее заниматься. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников. Новости Большого округа.